Друзья, и снова я вас приветствую на своем канале о путешествиях. Меня зовут Анна, и сегодня мы с вами увидим номер, в котором мы остановились в одном из отелей Вильнюса. Это отель типа постели завтрак, то есть bed and breakfast, называется Real House Apartments, то есть это своего рода апартаменты, и именно наш номер назывался номер студио с микроволновой печью и гостиным уголком. У нас был один из бюджетных номеров и стоил всего лишь около 40 евро за номер, то есть за двоих. Это вполне приемлемая цена для размещения в центре города. Мы здесь остановились всего лишь на одну ночь, и, соответственно, у меня остались достаточно приятные воспоминания, никаких минусов, негативов я не заметила. Мы уже успели посмотреть кухню с минимальным набором посуды, но, тем не менее, в принципе, этого достаточно даже для семьи, чтобы что-то разогреть. Есть там еще стол, то есть есть где посидеть, покушать. Кстати, вы до этого видели одну большую кровать, и у нас напротив была еще маленькая кровать для ребенка, ну, либо для третьего человека. Наш номер был с отдельной ванной комнатой, то есть это не то, что как в хостеле где-то на этаже, все вполне комфортно, чистенько, современно, уютно. В общем, повторюсь, у меня остались приятные воспоминания о размещении в этом месте. И более того, я этот отель бронировала на сайте Booking, все мы его знаем. У этого отеля прекраснейший рейтинг, который составляет 9 баллов из 10, и более 1700 отзывов оставили гости. Это наш скромный завтрак, который доставляли прямо в номер, и он был включен в стоимость проживания. Более подробно об этом отеле вы можете почитать на сайте, если вас он заинтересует, то бронируйте по ссылке, которую я оставлю в инфобоксе. На этом я с вами прощаюсь и предлагаю вам посмотреть видео из Вильнюса о том, что мы успели посмотреть в этом городе за 2 дня. Всем пока!